Здесь вся атмосфера пропитана русской культурой. Выступают народные коллективы, участники фестиваля в костюмах, а на прилавках продаются самые спелые плоды летнего урожая. В народе есть свое объяснение названию праздника – спасаться, запасая урожай на долгую зиму. Недаром здесь продают много яблок, орехов и, конечно же, меда, ведь фестиваль проводится сразу в честь трех спасов – яблочного, орехового и медового. Безусловно, эти праздники, они уходят корнями, имеют религиозную подоснову. Но, тем не менее, мы призываем в первую очередь насладиться плодами трудов пасечников, садоводов. Кульминация праздника – это два конкурса. Конкурс на лучший яблочный пирог и конкурс на самый большой выращенный в огороде овощ. В конкурсе на лучший яблочный пирог мог поучаствовать любой желающий. Откликнулись 8 участниц, среди которых были и совсем юные. Перед жюри стояла непростая задача. Они оценивали вкус и креативное оформление выпечки. Поэтому и победителей было двое. Ты напечешь для своей семьи такой же вкусный пирог, вы соберетесь за столом и из этих новых чашек попьете чай. Спасибо. Фестиваль русской культуры посетили больше сотни мытищинцев. Они плели венки и бусы на творческих мастер-классах, участвовали в танцевальных конкурсах и, конечно же, пробовали яблочные пироги. Мы уже прикупили здесь матрешки, ложки, а петрушка, которая выпрыгивает из такого треугольника, свистульку. Главное впечатление то, что надо обязательно традиции наши помнить и учить передавать молодому поколению. Вот смотрите, как приятно. Молодежь пришла сегодня и смотрит, и лепка, и вот пирожки испекли, и какие-то сувениры купили. То есть человек должен помнить то доброе, что было в нашем поколении старшим, и передавать его молодым. Праздник получился по-настоящему народным. Русские забавы оценили не только дети, но и взрослые. Анна Смирнова, Максим Силаев, Первый Мытищинский.